关了孤单的火车，双眼像夜的颜色，关幸福是什么，不掏心就不会痛了，我强迫我记得，没有安慰的，没有笑容的，在风里长大了，融化我冰冷原则，用灿烂到底的神色，去浪漫了曲折，让我怀疑我是错的，敢付出才快乐，只愿愿伴随着，默默呵护着，也觉得胸怀中星星亮了，你叫心爱却带来伤害，我的关怀，我的安排，都变成误解和责怪。你叫心爱，让痛苦承载我，努力割舍，努力掩埋。Вы к кому? Я ищу председателя Ян. Мне нужно поговорить с ним. Это мама Юфэй. У меня очень важное дело. Входите. Обычно гостей встречаю не я, но сегодня особый случай. Все перевернуто. Сижу, фотографии перебираю. Нужно все здесь пересмотреть. Сразу видно, вы очень любите Елинь. Дворецкий сказал, вы никого не принимаете, поскольку ваши дети и внуки уехали за границу. Разлука — это всегда горько. Особенно, когда ты уже старый. Если были против, почему позволили ему ехать? Против был, конечно, против.
Но ведь чем сильнее любишь, тем смелее отпускаешь от себя. В этом есть истинная любовь. Госпожа Юй, вы играете в шахматы? Моя внучка очень хорошо играет. Для своего возраста она столько знает и так решительна и мудра. Это удивительно. Что еще более удивительно, так это ее сердце. И ее разум. Если вкладывать душу в ее воспитание, став взрослой, поведет за собой людей. Значит, вы позволили им уехать ради Елинь? Будь она обычной девочкой, как ее мать, оставил бы ее при себе. Ребенок рядом, счастье родителя. Но она моя надежда. Опора нашей семьи. Жизнь за границей. Что может быть лучше, чтобы закалить их? Как бы мне не было тяжко, я должен позволить это. Будущее семьи Ян. Вообще все. Это такая ответственность. Если я заберу Елинь, то что смогу ей дать? Маленькую комнатушку. Возможность познать нищету. Беспросветную жизнь. Как я могу поступить так со своей дочерью? Она возненавидит меня. Госпожа Юй. Госпожа. Что с вами? Ничего. Хорошо. Прошу прощения. Сам того не желая, расстроил вас. Похоже, слишком много языком болтаю. Не так ли? Даже не поинтересовался, зачем вы пришли. Просто я так обязана вам. Обязательно верну все, что должна. Это такие пустяки. Нет, я все верну. Не хочу быть обязанной вашей семье. И хочу прояснить один момент. Мне не нравится, что моя дочь и Елинь общаются. Их социальное положение слишком разное, пусть они и подруги. Я не могу допустить, чтобы последствия такой дружбы коснулись Юйфэй. Даже если Елинь за границей, не хочу, чтобы в дальнейшем их что-то связывало. Понимаю ваше беспокойство. Прошу прощения за это неудобство. Мне пора. Постойте. Госпожа Юй. Юйфэй очень хорошая девочка. Несмотря на то, что вы не хотите, чтобы дети дружили, я надеюсь, что вы позаботитесь о ней. Не волнуйся, Юйфэй, она, наверное, уже дома. Мам, ты дома? Мам! Мама! Ты дома?
Мама! Сестра, ты тут? Отзовись! Мам, ты где? Мам! Мам, ты вернулась? Что с тобой? Сестра, где ты была? Не соображаю, что мы волнуемся. Из больницы теперь сбегает, не предупредив. Вы двое, когда перестанете доводить меня? Скоро инфаркт ударит. Дядя, хватит ругать маму. Главное, она цела и невредима. Это хорошо. Мам. Сяофэй. Прости меня. Мама. Прости меня. Прошу, прости меня. Мам, прости меня. Прости меня, ладно? Мам, ты себя хорошо чувствуешь? Все в порядке? И правда, чего это ты так расстроилась? Не реви, ты куда, говоришь, ходила-то, а? Мама, все в порядке, не плачь. Крошка, прошу, прости мой эгоизм. Я не смогла открыть правду. Доченька моя, тебе не суждено быть с мамой. Будь смелой. Только так ты обретешь свое счастье. 15 лет спустя. Хрюша, стой! Не беги! Хрюша, остановись! Хрюша! А ну вернись! Хрюша! Остановись! Хрюша! Хрюша! Не убегай, Хрюша! Стой! Хрюша, стой, говорю! Наконец послушал. Псина ты огромная. Что, и вкусняшку не будешь? А? А сейчас прошу председателя Джана перерезать ленту. Ясно. Лю хочет запугать нас. Разберись, как скажете. Не подходите, нет? Или спрыгну, давай поговорим, просто поговорим. Не смейте приближаться, давай поговорим. Поговорим. Не подходите. Спрыгну сейчас. Отойдите, живо отошли. Хорошо. Прочь. Хорошее время, ты выбрал для этого. Хочешь прыгать, прыгай. Высота подходящая. Все замечательно. Может, инвалидом станешь. Настоит ли она того? Джан Хэвань, не думай, что я струшу. Ты такой же, как твой отец. После смерти буду проклинать вас. Призраком стать решил? Поздравляю, оно стоит того. Но даже после смерти ты будешь виноват в проблемах дочери.
Что ты несешь? По закону все твое имущество будет арестовано, и дочери ничего не перепадет. И всю жизнь она будет выплачивать твои долги. Проверим. Вы уничтожили мой бизнес. Так дайте же мне просто умереть. Лю Цзун, бизнес — это война. Мы конкуренты, и ты не гнушался кусать нас. А теперь ноешь, как собака. Разве не забавно? Вызывайте полицию, пусть забирает. Слушаюсь. Осторожно, сзади! Только тронь мою дочь хоть пальцем. Тогда у Джан Цзяньцзюня больше не будет сына. Смешно. Я ведь не шучу. Угрожать моему отцу мной? Влез в драку, не изучив противника? Ясно, чего ты провалился. Сообщите полиции о вооруженном нападении. В тюрьме поостынет. Иначе он нам тут каждый день будет прыгать. Слушаюсь. Идем. Пустите меня. Пустите. Отпустите, говорю. Отец. Все уладил. С прессой вопрос решен. Все статьи будут отозваны. Сегодня открытие нашего торгового центра. Негативные отзывы абсолютно недопустимы. Ты молодец. Ранен? Просто царапины. Пустяки. Понимаю. Не хочешь меня волновать. Кстати, проверь-ка, не стоит ли за этим кто-то еще? Хорошо, сейчас же займусь. Отлично. Алло, Джан Цзяньцзюнь, твой сынок у меня. Неси деньги. Или я за себя совсем не ручаюсь. Крестьяныш, умоляй своего папку. Папа, спаси меня. Ты не сказал им, что приемный? Расскажи. Ни копейки не дам. В худшем случае усыновлю еще кого-нибудь. Говори. Быстро! Алло! Приходи за сыном. Что? Чё сказал? В чем дело? Что сказал этот негодяй? Он приемный. Мерзавец. Ты правда не родной? Думали, сорвали джекпот, а тут... Свяжись с его дочерью, скажи, что нужно встретиться. Да.
Давай я тебя почищу. Стой спокойно, не убегай. Давай. Эй, Фэй, хорошо поймай Наф-Нафа, ему пора домой. Ладно. Хрюша, у тебя такой интересный хозяин. Ты же собака. Почему тебя зовут Наф-Наф? Босс, Хрюша готов. Хорошо. Иди. Твоя очередь. Хрюшка, сидеть. Давай. Ну-ка, сядь. Молодец. Добро пожаловать. Клиент пришел, а его нагло игнорируют. Вы здесь вообще о манерах представления имеете? Ведьма явилась. Лю Сяо Хуэй, и чем же таким я могу тебе помочь? Честно говоря, ничем. Здесь что товары, что консультанты, сплошная дешевка. А нас, людей искушенных, сложно чем-то заинтересовать. Но если надумаешь, то зови. Постой. Я желаю что-нибудь купить. Вон то. Ты уверена? Абсолютно. И сколько я должна? Беру. Отлично. Кстати... Вчера я купила подарок тете Ся. Ей понравилось. Рассыпалась в благодарностях. Спасибо тебе. Ты не только добра к семье Юяна, но и про наш магазинчик не забываешь. Ты бы дослушала, прежде чем спасибо говорить. Тетя Ся сказала, что я ей очень нравлюсь. Надеется, что Юян и я станем ближе друг к другу. Вот что просила. Забирай. А что это? Ну, всего лишь для массажика, для собачек, для ректального введения, при запорчике. А использовать его очень просто. Нанесла на руки, вставляешь и массажируешь пальчиками, пока не поможет. Эй, ты что несешь такое? Я благородная наследница. Мои ладошки такие красивые и нежные, а какая-то продавщица предлагает мне сделать такое. Юфэй, когда ты уже осознаешь, насколько мы разные? Когда 3 месяца назад на встрече выпускников увидела Юяна, то сразу поняла, что он однозначно моя судьба. Однажды он выберет меня. 500 юаней. Ох ты! Возьми. Я еще вернусь. Заходи в любое время. Ты теперь у нас самая важная из всех важных. Ты... Дядя. Сяо Фэй, спаси меня. Босс, мне нужно срочно уйти. Собаки за вами. Ладно, понял. И чек этой мэмри отдайте. Не торопись. Мымра? Это про кого она? Отвечай, кто Мымра? Это про меня? Да я гламурная до кончиков ногтей. Какая Мымра? Чтобы ты понимал. Что ты понимаешь? Садитесь. Вот, невезуха. Другого места не нашлось. О,
Я и Дзен знаю правила. Долги нужно платить. Золотые часы и цепь. Забирай. Подделка. Пытаешься надуть меня? Сказал, что через 20 минут деньги будут здесь. И где? Послушай, Сён, племяшка сейчас приедет, она шустрая, отвечаю. Ни одна собака не догонит. Фильмы про Шаолинь смотрел, монах там тренируется с ведрами. Моя вся в него. В детстве сумки детям таскала, сразу по три ранца, так что... Хватит. Мы здесь не сказки про племянниц твоих слушаем. Где бабки? Ладно, ладно, давай по-другому, молчу. Просто скажу, что перед вами почти что звезда. И через год... Вот тупица! Кто вообще дал деньги этому дебилу? Сюн, я не специально. Этот парень явно туповат. Я лишь приоделся, чуток пыль в глаза пустил, а он деньги одолжил. Совсем дурачина. Кто ж тебя родил такого? Я родил! Твой, а чё, не похож? Так, простите. Кто-нибудь, уберите его с глаз моих! Он меня с ума сейчас ведет. Прости, Сён. Нет, не нужно. Вы не можете. Сён? Нет, Сён. Я все отдам. Давай обсудим. Хватит нести чушь. Алька, не по лицу. Я на жизнь им зарабатываю. Хозяин? Где тут туалет? Сюда. Живот крутит. Желаете чего-нибудь выпить? Чашку кофе. Хорошо, минутку. Я на месте. Но пока не вижу дочь Людзуна. Ты уверен, что она придет? Уже вижу. Где он? Присядем. Есть разговор. Говори, где он? Как я уже сказал, он в тюрьме. И ты говоришь об этом так спокойно? Вы сами во всем виноваты. Если хочешь его спасти, не отказывайся сотрудничать. О чем ты? Этого еще не хватало. Знаешь, откуда я сюда неслась? Не собираюсь ни с кем сотрудничать. Вот ваш кофе. Говори, сколько тебе нужно, чтобы отпустить его? Мне нужно имя. Я должен знать, кто за этим стоит. Наврешь. Пеняй на себя. По-твоему, я испугана? Костюмчик нацепил. Сказать тебе, кто ты такой? Да у тебя на лбу написано, что мерзавец последний. В жизни не встречал таких хамок. Следи за языком и веди его сюда. Сяо Фэй, ты наконец-то пришла. Быстрее спаси меня. Завались. Девушка, деньги где? Отпустите его быстро, или ему не поздоровится. Девушка. Заткнись. Отпускаете, или вам все равно, что ваш босс пострадает? Если он босс, то я тогда кто? Ошибочка, я первый раз их вижу. Не рыпайся! Представление тут устроили, но вам меня не провести. Дядя, не дрейфь, я тебя спасу. Сяо Фэй, а это еще кто с тобой? Ты точно уверена, что он мне чем-то поможет? Да я этого чувака в первый раз вижу. Первый? Разве вы не вместе? Прошу прощения. Простите, мне нужен господин Джан. Я здесь. Теперь удостоверилась, что я не с ними. Ну, мы-то вместе как бы немного оплошали. Так, мы поигрались, и игры закончились. Откланиваюсь.
Стойте! После всего, что было между нами, мы теперь не разлей вода. И как поется, друг в беде не бросит. Вы же не бросите нас. Ура, спаситель! Да заткнись ты! Я не сомневалась. Мой друг супер. Берите с него пример. Но вот с собой у него только одни кредитки. Кредитки. Терминал тащите. Вот за кофе. Бросаешь здесь? Ты же такая уверенная в себе. Я думаю, справишься. А я лишь помешал. Продолжайте, прошу. Ты что, уходишь? Я это припомню. Попадись мне только. Подруга, мы договариваемся или как? Смелая, но дура. Сколько дядя вам должен? Верну все. 50. Еще скажи, что уже и принесла. И это все? Здесь уже 2000. Остальное через пару дней будет. Подружка, да ты шутница. А если удерете, с кого денег мне брать? Не ссы. И куда я денусь, раз уж разделась? У меня с собой паспорт, а в нем прописка. Такой-то вариант тебя устроит? Так мы пошли? Вали. Уходим. Минутка. Мне от папаши ведь улетело из-за того, что он выманил у меня бабки. Все из-за этого негодяя. Что с этим делать? Вот именно. Да вы столько меня били, живого места не осталось. Мало, что ли? Мало? Ладно, жаждите мести. Все будет. Ты что, Сяофэй? Дядя, потерпи. Не надо, Сяофэй. Сяофэй, нет? Не двигайся! Не делай этого, Сяофэй! Не надо! Нет! Сяофэй! Ну, все? Успокоились? Повеселились? Годится? Слушайте сюда, еще раз увижу, что пристаете к дяде. Тоже всех обрею. Усекли? Смотри сюда. Бороденку-то сбрею. Идем. Что за девка такая? Эх, пропадает. Да уж. Давление и пульс в норме, все в порядке. Спасибо, Юйен. Тетя Ие, это мой долг. Какие еще благодарности? Кстати, у вас же лекарства почти закончились. Через пару дней достану новые. Не стоит тратиться. Мне неудобно. Тетя Ие, я же доктор, покупаю в два раза дешевле. Деньги есть, не проблема. Мне-то и тратить их некуда. А вот и мы. Вернулись? Юйян? Вот непруха, чё он припёрся-то? Ты, наверное, к маме пришёл? Ну и как она? Замечательно. Дежурств нет, появилась возможность заехать. Юйцан, что с тобой? Что у тебя на голове? Да тут один друг попросил помочь, ну, так по мелочи. На съёмке с шикарной командой. Да, точно! У них в составе такой актёр. Обожаю его. Ну и случайно поранился. Ничего страшного. Дядя Цян, позвольте мне взглянуть. Вдруг инфекция? Ну, не знаю, не стоит. Ифэй, скажи. Да я уже сделала ему перевязочку. Порядок. Меня все устраивает. Ну, она же вот-вот сползет вниз. Идите, я все поправлю. Я сама. Не беспокойся, я хочу помочь. Заново сделаю. Не надо. Мне не надо. Да я помогу. Да отстань ты от меня, ботаник. Дядя Цян. Все нормально, нормально. Все в порядке. Это что еще такое? Не смей врать. Да ерунда. Просто съемка. Я же весь в искусстве. Я совсем дура? Не знаю тебя. Если бы травма, все соседи бы уже знали. Сяофэй, что случилось? Скажи мне. Отвечай. Ответь мне! Хватит, не дави на Сяофэй. Итак, расскажу. Я виноват.
Вляпался в неприятности. Не смог вернуть долг, поэтому мне сбрили брови. Не злись, сестра, отрастут мне уши же. И сколько ты должен? Мам, да все в порядке, мы уже все отдали. Я спросила, сколько ты должен? Ну, всего 5. 5000. 5. Сяо Фэй, ты уже достаточно на нас потратила. Это ведь твои сбережения. Я надеялась, что ты оставишь их на свадьбу. Так же нельзя. С его долгами я рассчитаюсь сама. Мама, ни слова об этом. Юфэй, смотри. Грустные рожицы. Веселые. Грустные. Веселые. Ты точно врач? Фокусы показываешь. Но это же ты меня научила еще в школе. Когда это было? Я уж и забыла. На самом деле, я переживаю не из-за дяди, а из-за мамы. Тетя Е? А что с ней? Все эти годы она хорошо к тебе относилась. Она так сильно изменилась. Не такая холодная, как в детстве. Иногда даже заботится обо мне. Но все равно такое ощущение, что будто что-то не так. Что бы я ни делала, мы словно не родные друг другу. Вот и сейчас. Ежу понятно, что должна была дать мне втык за то, что я помогла дяде. А она просто смолчала. Деньги только вернула. Разве мои деньги не семейные? Кто так с родными поступает? Юйфэй, ты ошибаешься. Все люди разные. А твоя мама всегда избегала людей. Это вовсе не означает, что вы не родны друг другу. Скорее всего, она считает, что в долгу перед тобой, и все эти годы старается ради тебя. Со стороны это выглядит так. Не накручивай себя. Пожалуй, ты прав. Надеюсь, это мое воображение. Все, чего я хочу, чтобы мама меня любила. Поэтому так переживаю из-за всякой ерунды. Как бы то ни было, у тебя всегда есть я. Я всегда буду очень, очень и очень, очень любить тебя. Грустные рожицы ждут чей-то кулачок. Ну, ожидай 5. Вот и славно. Грустить нельзя. Давай, смейся. Когда ты успел их нарисовать? Я не заметила. Да я и сам не заметил. Сами как-то нарисовались. Милая, твоя улыбка такая милая. Я дома. А она чего тут? Мам, Юйфэй зашла проведать тебя. Здравствуйте, тетя Ся. Ну и где гостиниц? Смотри, сколько мне всего Сяо Хуэй надарила. А ты? Пустая пришла? И ведь прямо к ужину явилась. Может быть, тебя дома не кормят? Или у других вкуснее? Мам. Юйян. Тетя Ся, вы правы. Нехорошо являться в гости с пустыми руками. Не волнуйтесь, я все поняла. В следующий раз подарок с меня. Юйфэй. Юйян, поужинай, пожалуйста, с мамой. Съешь побольше и за меня тоже. Поешь с нами. Не стоит. Я беспокоюсь о своих. Вдруг снова поссорились. Тетя Ся, я пойду. Еще увидимся. А не увидимся, так и не страшно. Мам, зачем ты так с ней? Прекрасно знаешь, что я люблю ее. А я не люблю. Нищебродка, без связей. Еще и незаконно рожденная. Разве это важно? Юйян,
Я мечтаю о такой девушке для тебя, чтобы помогла с твоей карьерой. Ведь мы всегда были бедны. На кого надеяться, как не на тебя? Да и Юйфэй нужен богатый жених, подумай об этом. Мамочка плохого не советует, порви с Юйфэй. Сяохуэ больше подходит. Мам, не волнуйся, деньги я заработаю. Лишь поэтому не нужно разлучать меня с той, кого люблю. Думаешь, твоя профессия открывает все двери? Положения нет, денег нет, одни долги. Помянешь мои слова, да поздно будет. Юйян! Юйян! Ладно, все будет хорошо. Подумай об этом завтра. Вот черт, открытку же деду не послала. Заканчивай с этими документами, обсудим завтра на совещании. Договорились. Раз есть обезьяны, должны быть и фрукты. Когда мы едим, тоже роняем крошки. И обезьянки должны были что-то уронить. Нашла, нашла! Я нашла фрукт! У нас есть еда! Стоять! Это полиция! Не с места! Стоять не с места! Пятнадцать лет, а я так и не знаю твое имя. Меня тогда отослали за границу, иначе бы я давно тебя нашел. Yes, sir.